Так, всем здорово. Какой у меня роботский голос. Ага. Так, всем здорово. И мы продолжаем нашу космическую историю. Что мы узнали из последнего? Из последнего мы узнали, что здесь есть какая-то, оказывается, помимо нашей проблемы основной, это пророк там какой-то. И его войско, да, за которым мы раньше им служили. У нас еще проблема, когда нарисовалась какая-то тут королева пиратов, которая, значит, мы ее так и не нашли, но где-то, короче... Короче, очень мощная, неконтролируемая она сейчас. У нас бабенка, так получается. Наши действия сейчас. Встретиться с информатором надо нам. Так, все, чуть-чуть я позабыл. Сканирование. Есть бабло. Есть бабло. Бабло мы по-любому соберем. Я надеюсь, сейчас не будет, что нам надо тут. Вы из зоны, вы покидаете. Ой-ой-ой, это что? Надеюсь, ты осознаешь? Джин, пожалуйста, ну ты же знаешь, ты здесь уже столько лет. И обещаю, что мы доставим никаких неудобств. Что происходит, Ашир? Служитель Джан. Для тебя я служитель Джан. И когда я с вами разлюсь, вы никогда не доставите. Это мое воспоминание? Короче, зря вы не послушали. Да, наверное, бля. Ничего не понял? Кредитов нет, выполняли. Гавань Селинак. О, гавань какая-то здесь есть. На нее можно присесть, что ли? Тут? Да, смотри-ка. Корабль передает опознанный сигнал Анклава, но он поддельный. Этот корабль круга, ловушка. Нет, я доверяю Ри. Блять, я больше доверяю, если честно, кораблю, блять. Это Нара. Меня Ри послала. Это ты? И тот корабль? Значит, слухи правдивы. Кто-то разваливает круг изнутри. Кто? Ну, тут... Не изнутри. Ты пришла за информацией? Я слышал, что великий пророк приказал мудрецу укрепить здешние межзвездные прыжковые врата и сделать это максимально быстро. Аж, бля, я в другой системе вообще нахожусь. Репутация мудреца изрядно подмочена после провалившегося штурма Анклава. И зная, как испортить, еще сильнее сорвать эту операцию. Бля, там надо сесть. Пустите им кровь. Они это заслужили. А ты че, блядь? Да, конечно, да. Давай присядем, посмотрим, что здесь. Может, здесь что-то... Я встретился с твоим шпионом. Хорошо, тебе нужно будет действовать максимально скрытно, нанося точечные удары. Так что никто не понял, да. Именно. Пока не приближайся к стройплощадке вокруг межзвездных прыжковых врат. Пока не буду, конец связи. Ты, блядь, там давай не команду, я здесь команду. Она ничего не знает о тебе. И все же полагается на тебя. За эти годы чрезмерно... Блядь, вы долго будете пиздеть-то, ёб твою мать. А? А знаете, моей прошлой жизни вовсе не нужно. Она вполне может доверять мне нынешней, да. Знакомые слова. Я знаю, что ты мне не доверяешь. Я тебе верю, хотя и пытаюсь. Корабль может подъебать тебя, да. Давай присядем в ангар. Очень много вот этой болтовни. Очень жалко, что здесь нету на Нашинском. Так, ну здесь, наверное, будет точно такой же ангар. Ничего нового мы здесь не увидим. Ничего нового мы здесь не увидим. Да, конечно. А, еще мне посоветовали, говорит... Ты можешь, в принципе, особо-то не упарываться в защиту, типа. Можно, говорит, оружие качать. У меня какая-то ячейка пустая. Первая, вторая, третья ячейка у меня пустая. Почему? Что это такое? Урон вашей стороны по вражеской броне. Быстрее пробивать вражеские щиты. Но... Точность прицеливания.
Любой настоящий пилот по достоинству оценит, но их помогает пробивать вражеские щиты, делая корабль противника более... За 1000. На 9% быстрее, а здесь на 6. А! Все орудия наносят на 9% больше урона по корпусу вражеских кораблей. Ну чё, я думаю, наверное, щиты-то важнее, наверное, снимать, да? Но 1000 я не хочу платить. Ну давай, херсом, ладно. Поставим вот эту штуку. Это ладно. Мы какими пользуемся? Значит, есть зверский коготь. А, коготь у меня есть 2 уровня. Зачем нам этот тогда, да? Когда тут... А, нет. Урон по щиту 1.5 на меньше, то есть время перегрева. Меня это устраивает, моя пушка. Лазер. А вот лазер, смотри какой. В принципе, подожди. Типа... Можно и прокачать, а можно и стреляя прокачать. Давайте прокачаем ракеты. Хочу ракеты прокачать. Хочу против... Да хер с ним, с этим внешним видом. Хочу прокачать ракеты. Все, ладно. Полетели, нам некогда. Здесь рассусоливать, мусоливать. У нас там нужно нанести незаметные удары, но на таком корабле, конечно, который все палят, как можно нанести незаметный удар. Вот единственное, мне здесь нравится, очень приятный внешний вид, когда ты вот-вот вылетаешь. Вот так бы в играх. Так, фортпост Кайтак. Патруль круга. Бля, полетели сначала туда, короче. Ускоряемся. Здесь очень много всего, кажется. Вот он, да, форпост этот? Мы приближаемся к координатам, который нам дал информатор. Это аутпост круга, способный вместить несколько тысяч бойцов мощной ударной силы. Серьезно, блядь? Они не должны покинуть. А, мы должны уничтожить фортпост. Вижу стартовые площадки. А, вот это надо уничтожить. Помнишь, как все время мы с ними боролись? Бля, что? Ебать, тут дохуя. О, братва, я понял вас. Где еще? Сколько? А, 3 стартовые площадки. Подожди, что-то я просрал. Вон она. Да, у меня есть же время, когда турели надо уничтожить и грузы оружия. All remaining threats marked. Appreciated. Блять, а? Your death is imminent. Охотник 2, блядь. Если честно, конечно, я думаю, они мне большой урон не наносят, но они напрягают, ребят. Щиты мне уже шлепнули.
Ой-ой-ой. Что я тут не уничтожил? Нет, вообще ракеты должны быть имбовыми, типа, я не знаю. Да-да-да. Ребят, читайте, потому что, ну, реально, мне вот я не понимаю, как читать одновременно, блядь. И вот с этого немножечко я, конечно, пригораю. Последняя турель, отлично. Теперь нам надо что сделать? Уйти отсюда? Скоростные корабли противника уничтожены. Какого хера, как они уничтожились? Навигационные данные за последний день показывают 405. Они были готовы очистить всю... Да. Гальваника обычная. Кладку корабля. Корабль. Гальваника. Оборона. Такому приобретению порадуется любой профессиональный пилот. Эта модификация укрепляет корпус вашего корабля и позволит выжить под плотным огнем. На 150. А это что? Враги получают на 50 больше процентов урона? Блять, нет. Мне вот это больше нравится. Мастерство. Мастерство. Охотник, что дает? А, все, я понял. Это прокачивается, все, я понял. Да, еще и параллельно. Что? Что, блядь? Бля, опять этот разлом мне мерещится. Ебать, это где вообще? Это что за место там было жесткое? Yes. But stronger this time. And но сильнее, да. Пророк по тебя призывает. И что, у них тут ничего нету? Soon, I feel it. Бомжи. I must stop that rift. Патруль круга. Я не читал сейчас, потому что бесполезная там, наверное, какая-то фигня была. Очень много ненужной болтовни. Я думал, читать надо тогда, когда именно в спокойной ситуации там что-то, ну, реально важное рассказывают. Потому что во время боя, ну, это полный бред. Нет, патруль круга мы не будем сейчас трогать. Мы сейчас фортпост еще один шлепнем. Фортпост Синук. Карта. Это мы, да? Да, это мы. Фортпост Синук. Фортпост, это мы сейчас были там. Конвой беженцев, он до сих пор, что ли, там стоит? Прыжку... Чего? В смысле? Чё за конвой беженцев? Мне чё, надо туда слетать? Мне надо туда слетать, значит. Ладно, поехали, сделаем сначала. Конвой беженцев. Я думал, это тот. А, это беженцы. Мы приближаемся к посту прослушивания круга. Согласно нашему информации, там хранятся очень важные данные. А еще там очень сильные круги. Данные в приоритете. Но потом нас ничто не ждет. Отлично. Так, и что сделать надо, блин? Надо что-то... Когда мы подойдем к башням, проникнем в их ядра. Все, я понял, поехали. Башня данных. Загрузить? А, загрузить данные из башни. Все, я понял. Download initiating. Загрузка начата. А, вот, вижу. Загружаем. Circle forces engaging. Let's kill them. I'll stay in range. Бля, давай дозагрузим нахуй. Не сейв, я подхилюсь. А где они? Звук какой. А где враги-то? А чё они улетели-то? Всё, не надо дефать. Странная херня. А, все понял. Блять.
will not stop. Download completed. The data references the interstellar jump gate in this system. Better confirm that first. Да, щиты, мне кажется, поинтереснее про... О-о-о. Такое мы не будем пропускать. Здесь, может быть, хорошие деньжат лежат, между прочим. Я надеюсь на это. Очень сильно. Запрятали еще и. Ну? 360. И еще где-то было. Вон. 360, серьезно? Я думал, косарик сейчас, может, залетит. Где? А вот. Сейчас, извините, ребят, но денежки нужны нам. Фрагмент корпуса, понятно. Там еще что-то. А, или это ничего, бля, показалось. Сорян. Сорян, все, я загружаю. All right, the final tower. Я загружаю все. Оп. Не ждал, да? Death is inevitable. Yes. Да, вот, наверное, пушечки-то прокачивать поважнее будет. Смотри, как я... The data transfer was corrupted by nearby satellite. Все, я все скачал, что ли, хотите сказать? Нам нужно уничтожить его ядра, и тогда сигнал не будет больше передаваться без искажений. Что? Уничтожить ядра спутника. Вот эти что? Got one core. Да это изи. Когда никто не мешает-то. Какие-то вот эти... Это побочные задания, я считаю. Они какие-то, ну... Ну, как сказать? Не побочные уж прям совсем, но... Вот, 416 тоже получше будет. Ну, такое, короче. Это, я так понимаю, ближайшая система к системе, где мы, вот, значит, анклаву дефаем, да? Мы здесь должны все, значит, это, да, господи. Все уничтожить, короче, и радоваться жизни. Все. Можем возвращаться к главной башне. Возвращаться? Почему возвращаться? Там патруль. А патруль мы что, не будем бить? Эх, нихера себе, we circle. Собрать разведданные с фортпоста Синук. Давай. We're here. Get on it. Quick. And more circle forces. Too close. Hit them hard. Я-то думал, надо рядом находиться, типа. Они смотались, короче. Похоже, мудрец начинает терять терпение. Да, потому что вы ему мешаете. Ри, ты меня слышишь? Мы извлекли данные с фортпоста Синук. Проводитель тепла. Базовая скорость полета повышается на 25%. Ладно, потом посмотрим. Это не супер важно. Задание выполнено. Так, короче, надо... подойдите к троим клана Кобр, добраться до Украины. А патруль Холга не надо сделать? Подойдите к территории клана Кобр. Пиратское обучение, добраться до укрытия клана Кобр. Патруль... Мудрец должен проанализировать потенциальные слабости и устранить их всех. Подожди, фантом, непроницаемые преграды, блядь, что? Его изнутри надо проверить? Так, что надо сделать? Уничтожить ускорительно.
Its shields are up. There's no way inside. To its core. Remember how we used to cripple our big targets first, Nara? Right. Targeting all thrusters. Death spiral. Интересненько. Здоровая бесполезная херня, что ли? Уебал. Не работает? А, все, понял я. Хорошо. Хорошо, мы все поняли. Там подкрепление летит. Дефть еще. Хорошо. А, блядь, нихуя там никто не летит. Так, а что дальше-то, блядь? Нет. Ну ты меня запутал, конечно. Это патруль такой? Он мне показывает точки, блядь, но я нихуя не понимаю. Кредиты вижу, да, спасибо. Ну, это что-то. Impact. Да куда? Что делать-то? Блять, надо, я не понимаю ничего. Что там сзади? Ускорители уничтожить. Так бы и сказал. Тихо, тихо. Е для обнаружения уязвимых мест. О, у него дохуя неуязвимых мест. Ну это, блядь, летун хера, блядь. Как так? Серьезно, это вот так прям надо корабль? Что? Бля, я все пропустил. Такой корабль мог бы в одиночку уничтожить весь ваш, наш флот, а при этом денежки. Уникальный кристаллический реактор. Ритуал очень требует энергии, рассутствует внутренние силы Нары. К счастью, недавно удалось обнаружить древний артефакт и создать его на основе модификации. Это неплохая штука, пригодится. Ну как мы потом разберемся, потому что сейчас не до этого. В общем, понятно, мы Ри помогли, все ей сделали, как она просила. Да, скоро время настанет, нужно будет очень трупно. Это были последние координаты от нашего информатора. Все? Перехватить патруль. Нара, мы получили твои разведданные. Приезжай к нам на Селинак, обсудим планы войны. Хорошо, до скорой встречи. Да, мы все, даже пираты, ополчение, все рвутся в бой, да. Круг, похоже, начинает тщательно рвать по своему. Идея пророка о Хоре так умрет нереализованной. Подожди. Значит... Гавань Селинак. Вот. А, это побочное задание. Бля, мне интересно, что там за конвой беженцев. Вот, тоже как бы. Нам сейчас, говорит, сюда надо лететь.
We and the people of Stega will take them down, Forcer. Yes. And for the first time. Подожди, клан Кобр это тоже какой-то пиратский клан? А, бля, пиздец, вот. Интересно мне, подожди. Не, ничего нет. Очень жаль. Добраться до укрытия клана Аспидов. А где этот клан Аспидов? Аспиды, это же змеи, да? Ебануться. Там еще что-то есть, кстати. Клан Аспидов. Ну, клан Аспидов это может быть у нас? Давайте глянем. Что за укрытие клан Кобр? Пожалуйста, взглянуть. Ну, поехали глянем. Поехали глянем. Надеюсь, нам не придется никого убивать. Убирать с территории клана Кобр. Нара, у нас есть сегодня проблема. Ты нам срочно нужна. Что случилось? Измена. Кобры снюхали с культом. Нахуй я тебя полетел. Это бессмысленно. Не понимаешь, что творится? Понаблюдать за тайной встречей членов круга? Конечно, блядь, понаблюдать, нихуя себе. Ладно, свой сам я попробую разузнать побольше. Я совершенно не удивляюсь, что культ вышел на пиратов. Да, я отметил корабли культа. А, вон они что задумали. Что, не справляетесь с нужной пиратики, да? Все понятно. Собрать информацию, оставаясь необнаруженной. Форс, у тебя есть актуальный сигнатуры культа? Есть, одна, с Ворона. У меня другой класс корабля. Тогда будем держаться подальше, чтобы нас не могли заметить. Но мы могли их слышать. Блядь, хуёси. Держись на дистанции, блядь. Зачем? Зачем? Вы вырезали их всех до единого? Мы действуем последовательно, и я, кажется, говорил, что присоединиться даже не только все видимые способности к убеждению. Да это все предводитель, прямо как черт, и слушать ничего не хотел. Ну а вы? Собираетесь меня слушать? Почему? Я задал круг. Когда вы отправите оружие вашей королеве Кимуре? Ах ты сука. А где они, бля? Все готово. Груз с оружием только что был отправлен. Он прибудет на месте сбора, все как вы просили. Хорошо. Но ее клан и так уже слишком силен. А сама Кимура и эти возможности приводят в ужас. Это священный дар. Хорошо, но зачем тогда надо было отправлять ей оружие, если оно и его все не нужно? Вот, блядь, скажите мне, пожалуйста, блядь, разработчики этой ёбаной игры. Игра пиздатая, ладно, базара ноль. Блядь, как я должен читать, нахуй, одновременно и, блядь, лететь, следить за этой хуетой, блядь, вот. Извините, конечно, нахуй, но это пиздец, как жопа с этой хуйни пригорает, блядь. Полетели, блядь. Сука, пиздец какой-то, блядь. Не пизди, давай, полетели, нахуй. Какая дистанция должна быть, блядь? Intercepting and decoding their communication. Listen in. Why? Why? You killed every single one of them. We are thorough, and I said we needed all to join. Apparently, you weren't as convincing as you claimed to be. It's just the chief was always so stubborn. He wouldn't listen. Я это уже не буду читать. Прочитаю, что в конце будет, блядь. Интересно на самом деле, но это пиздец. When will you ship your weapons to your queen, this Kimura? Signal lost. Switching channels. I found one. Listening in now. It's done. Все готово. The weapon shipment just left.
We've shipped them to the gathering place. Как вы просили, да? Just as you asked. Хорошо. But her clan. Но ее клан уже и так слишком мур, да, зачем ее, блядь? Kimura, these powers are terrifying. They're a sacred gift. Это священный дар. Okay. But why did I have to move the weapons when she doesn't need them? Чего, блядь? Я нихуя не понимаю, но. За какое время, блядь, отведённое, блядь, я лечу за ними. Then let's keep out of viewing distance. Just close enough to listen. Intercepting and decoding their communication. Listen in. Why? Why? You killed every single one of them. We aren't thorough, and I said. Может, лететь надо впереди их, блядь, я хуй знает. Apparently you weren't as convincing as. Будем лететь сверху тогда. It's just the chief was always so stubborn. He wouldn't listen. And you? Are you listening? What? I asked you a question. When will you ship your weapons to your queen? This Kimura. Signal lost. Switching channels. Да блядь, почему он потерян-то, блядь? I found one. Listening in now. It's done. The weapon shipment just left. We've shipped them to the gathering place, just as you asked. I understand. But her clan is already so strong. Ура, бля. And Kimura, these powers are terrifying. They're a sacred gift. Okay. But why did I have to move? Зачем надо было ей отправить оружие? Можешь разъебать их, нахуй. We're thorough. I detect something in the pirate's debris. Лошара ты сраная, блядь. Нашел кому довериться, нахуй. Усилитель лазера, блядь. 200 рублей. Yes, we must warn the others. Back to Karim. Пиздец, нахуй. Лох, блядь. Лошара, блядь. Керим, блядь, какой-то, нахуй. Подлизнул, да? Молодец, блядь, и шлепнули тебя. Керим, ты получил нашу передачу? Yes, да, мы отменим встречу, я дам знать Рейджер. Не надо, почему? Королева Кимура наверняка не ожидает встретить там меня. Возможно, это наш единственный шанс покончить с ней, пока она там, блядь, еще не слишком сильна. Хорошо, но нам все равно потребуется поддержка канала Эспидов. Об этом я позабочусь. Да, для этого нам нужно найти их укрытие. Я так могу, блядь, взять и улететь. Все, теперь летим. Аспиды это в нашей, по-моему, части галактики. Или как это, блядь, обозвать? Гавань Селинак. Короче, здесь до сих пор идет вот эта вот подготовка к войне. Все равно мы что-то тут ослабляем. Я думал, уже в этой серии будет война. Нара, мы getting everybody together. Come by. Да-да, сейчас. Глазам своим не верю. Нахара, все пропало, все погибло. Каша, очнись. Фрая, take it easy. It's okay, Тонра. She's right. I need to focus and find a way out. Maybe that way? Careful. Чего, блядь? Вообще эти воспоминания мне нахер чьи-то не нужны, честно говоря. Для чего они мне вообще, не понимаю. Там постоянно какие-то новые люди, которых я не знаю. О чем там речь, я вообще не понимаю. Что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что дальше-то? Ну какой план? Мы ударим по цитаделям Нахара и захватим ее прыжковые врата. Так мы переживем их главный... Путь сюда. Это задержит их наступательную операцию, но лишь на время. В любом случае, мы защитим свой дом, да и наш народ, да. Разумеется. Нара? Да-да, я подойду к вам. Мы вернем себе Стегу. Отправлять цитадель Нахара?
А чё, с аспидами не надо уже встречаться? Ой, я 600 рублей дали за это. Чё, у меня опять всё слетело? А, это новинки. Увеличит урон пушки ганглинга. Это увеличивает лазер. Понял. Все. Блять. И чё? Цитадель Нахара. По желанию войти в док Силикана. Не надо нам, полетели. Мы и так справимся. Как быстро меняются цели. Открытое нападение на цитадель. Открытие нападения, да. Круг не оставит. Что там, блять, по мне стреляет? И пророк тоже. Он уже все знает. Хорошо, хоть наши шансы на успех призрачные. А, призрачные. Мы дадим им бой. Пиздец, молодец. Что будешь с ними сражаться всегда, да? Полетели, да. Атака должна быть с пулеметов. Свободное ополчение там какое-то. А здесь что? Ничего? Цитадель Нахара готовится к реализации доктрины подчинения. Да. А, нам надо ворота здесь внизу. Захват и укрепление прыжков рации или контроль транспортного потока, да. Блять, мы еще до беженцев хотели долететь, долетел, блядь. И чего тут? Начать штурм, я готова, нахуй, погнали. Выдвигаемся, поехали. По пути к нам присоединятся остальные. Да мне насрать, я все сделаю сам сейчас. Давай, вперед. Согласно разведданным, строительные цитадели еще не изучены. Мы приготовили для них приманку, несущую электромагнитную бомбу. Она поможет нам преодолеть что-то там. Нара, ты воспользуешься этой брешью и выведешь из строя оборонительные пилоны. Вперед. Нам. После этого начнется полномасштабный штурм. Understood. I'll do my best. Are you just pursuing сопровождать корабль прямо? Or do we fight as one? We will get it done. Так, Trading vessel 274. Торговое судно номер 22 входит в виде пространства. Приказываем вам вашему кораблю сопровождения остановиться, двигатель разворачивается. Блять, они ничего не видят, что это? Они не видят, что это за корабль? Очень странно. Ну, мой имеется в виду. Это наш сигнал. Вперед! Че, блядь, делать? Выйти из зоны... Пиздец, блядь. Плохо. Мне пизда. А, я же не вышел. Что надо сделать, блядь? Да что сделать-то надо, блядь? Пиздец, нахуй. Что сделать? Уничтожьте батареи, уничтожьте батареи. А, блядь, батареи. Блядь, это тупизм жесткий. Блядь, ебать их дохуя. Батареи-то. Где еще? Бля, там война идет вовсю. Не вижу. Вижу. 30 секунд до пайлон фаеринг. Пятнадцать секунд.
сейчас я проебал. Первый пилот отключен. Я понял, давай, 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 давай. Успел, бля. Уничтожьте силы круга? Поехали. Теперь я вам, блядь, покажу на новость. О, здесь еще жесткий кор. У них есть. Хорошо, что я выбрал уничтожать быстрее щиты, потому что на корабле отлетают намного куда быстрее. Но это опыт, что сказать. Космические щиты, электромагнитное орудие, да. На это я не попадаю, конечно. Так, у меня там еще товарищ интересный вот этот. Сначала надо вот этого товарища добить. Все, я остался один. Ракеты по нему хорошо лупят. По жирным, короче, хорошо ракеты лупят, я понял. По жирным будем лупить ракетами. Корабли 3 класса тень стартовали с площадки. Мы уничтожили их, расчистили вам путь. Выпускаются корабли круга. Какие-то жесткие корабли. Нара, тебе наши пушки лишними не будут. Не будут? Ребята, нахуй. Что сделать надо? Бля, здесь надо что-то разъебать, уничтожить. Уничтожьте тени круга, уничтожьте грач. Сюда же надо стрелять? Чего, блядь? Почему нет? Если честно, я уже забыл, как их уничтожать надо. А, может как-то внутрь надо залететь или что, блядь? Первый уничтожен, да. Значит, я первый раз правильно делал, просто там что-то не получилось у меня. Грачей надо теперь уничтожить. Воробеев, грачей. Воробьев, грачей всех. Ну, как объяснить? Мне не нравится здесь очень много болтовни ненужной. Вот этой вот, честно говоря, это вот уже сейчас я чувствую. Это уже не то, что вот если поначалу ты там, тебе было интересно понять, что происходит, да? То здесь очень не нужно много болтовни. Рисав, теперь ваш черед. Просто займите на работу, Нара. Возвращайся к флоту. Спасибо, блядь. Все сделал за вас, нам. Короче, типа... Абордажная команда Кинарис, приступить к операции. Повторяю, вся команда вперед. Хорошо, я отвлеку силы круга на себя. Опять. Может, а прикинь, на сложном играть уровне. На сложном уровне играть. Там же вообще будет мне не дать... Не...
не до вот этих чтений. Понятно. Все чисто, начинаем отстыковку. И чего? Говорит команда Кинарис, мы наткнулись на сочетание. Где, блин? Чего тут нахуй? Что сделать надо, блин? Хуяся, вперед. У меня ракеты, знаешь, какие-нибудь? Леть сейчас. Ну... Слишком уж как-то все стремительно происходит. А, бля, где же отрез-то? Я там уже задефался. А, надо уворачиваться, да, на QE, на QE. Вот здесь на QE, да-да-да. Подхилились чуть-чуть. Ну, вот этот момент, вот мы сейчас играем, мне не очень заходит. В этот раз. Слишком все как-то стремительно быстро. Я хочу там, может, посмотреть, что там за конвой, что не за конвой. Меня сразу куда-то сюжетку бросают. Команда Тирак и Кея готова, блядь. Ну, конечно, я вас прикрою. Прыщ какой-то. Летает. Так. Призывает цитадель Нахара. Мы прорвались. Ура, наконец-то. Ура, прыжковые врата будут наши. Последняя команда высадилась. Отличная работа, Нара. Блестящая Нара. Подходи сюда вместе. В нашей новой цитадели. Что? Уя, ты крыса сзади всех стоял, что ли? Nara, you were amazing out there. I just wanted to. Я просто хотел, чтобы поблагодарить нашу героиню, да, да. You know, after this, знаешь, после сегодняшнего дня наши люди поймут за тобой. А, пойдут на край света. Ты никого не должна вести, блять, а нахуя ты вообще тогда все это затеял? Да, мы будем наказывать, но теперь у нас снова есть связь со всей галактикой, еба. Подходи, увидишь своими собственными глазами. Возможно, позже. Спасибо. Спасибо, нахуй. Входим в ангар. Что здесь происходит? Добро пожаловать на территорию, свободной от культа. Я Сав, лидер Анклава. Направляйтесь к цитадели, приземляйтесь и отдыхайте. Вам понадобится сила. Командир, у нас чрезвычайная ситуация. Опять нам прорываются чужие корабли. Что, центр, блядь? Нет, не выйдет, командир, они воспользуются мастер-кодом, блядь. Перехватили вооружение все. Это супер-код культа, блядь. Подготовься к бою, турели, вызванное ополчение. Уровень опасности красный. Всему, блядь, составу, боевая тревога. Все на сбор урат. Где Нарана?
Короче, сейчас всех убьют, блядь. Всем боевым кораблям, на взлет, нас атакуют силы культа, повторяю, база пока. Я уже на подходе, да ты только села. Уровень опасности красный, силам культа удалось прорваться. Будем держаться изо всех сил, защищая гражданство. Мне совсем не кусало, так ты можешь кофе попить, блядь. Пускай повоюют, блядь, одна тысяча будет все им делать, все. Только не геройствуй, друг. Сегодня день вашего очищения. Сожгите их все! Хоре единства. Я покажу вам единство. Огонь по вам, блядь. Что мы тут здесь? Я нихуя не понимаю, что происходит. Да ты, блядь, стоишь нахуй, сделай что-нибудь, ебаное, блядь, в рот. Его система же обеспечения отказывает. У мудреца нет выбора, он должен добить его. Потеря системы должна повлечь с собой кару. Ты лох. Ты лох. Самый натуральный, блядь. Засава. Блядь, мне нет слов, нахуй. Ну и чего, блядь? Элитный стервятник. Залповый энергетический огонь, блядь. Бля, я успел прочитать, да. Спасибо, нахуй. Мудрец Круга, корабль старейшин на службе у еретиков. Кто ты? Перебежчик или вор? Я твоя погибель. Ты лох, блядь, вот ты кто. Жирный, да. Базар ноль. Что за хуйня? Бля, я испытываю очень негативные сейчас эмоции, блядь. Мудрец, блин. Шести путей надо. Давай, давай, блядь. Ну, конечно, блядь. Бля, я вообще не в того стреляю. Наверное, будет до последнего мне мозг лупать нахуй. Ебать, он по мне шлепнул, хорошо. Блять, отступаем нахуй. Хилка-то не от... не... еще не от это. Так тоже мне, блядь, нравится. Убить, чтоб захилиться, нормально. А долго мы будем, нахуй, вот этой хуйней срать?
Это какой-то пиздец, нахуй. Ну давай уже, ёбаный, добей его нахуй. Да неужели, бля? Мудреца кругом убили, бля. С мудрецом покончено, он мертв. Исав мертв. А я все еще жива. Да потому что ты лох. Блять, клянусь нахуй, скажите вот вместе со мной. Она лох, блять. Хули стоять, смотреть. Твои предыдущие друзья, я уверен, точно так же погибли, блядь. Стега, наконец ты свободна. Добрый, ну, да. Насчет, да. Сав, да, умер, блядь. Теперь ты будешь предводителем, да? Да, проклятый старый упрямец. Никогда не думал о себе, только о других. Как и ты. И ты. Но жизнь продолжается. Я воплощу в жизни мечту Сава и Ватлав. И буду защищать всех, кто присоединится к нам, да. Видишь, прибывающие корабли, и они все гибнут с земли Амарок. Система Амарока. Сопротивление там оттеснили. Давайте, блядь, шумно. Если Амарок падет, сопротивление в конец. Я отправлюсь туда, Ри. Одна. Да, конечно. Здесь. Береги себя. Сав доверял тебе. Бля, ну конечно, стратегический такой... Да, блядь, заткнись ты уже, блядь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, блядь. Я направляюсь нахуй-то. А еще пироги вкусные. Да, они вкусные. Блины тоже нормальные. Да, а смотри, астероид. Да, астероид. Смотри, пластинка, блядь. На ней кто-то посрал. Да, посрал нахуй. Пиздец, диалоги очень... Хуёвые здесь вот эти лишние, которые, извините, конечно, блядь. Но я горю, блядь, от главного персонажа, который здесь просто как лох взял просто и стоял и смотрел, блядь, на все на это. Вот это мне в заставках. Ты хоть, ну, покажите, что ли, хоть так, что она сражается в этот момент. Она в бою находится, там уворачивается, а его пристают, и она не может там ничего сделать, блядь. Но она же стоит и смотрит просто. Что это, блядь? Так, установите новое оружие в цитадели Нахара. Новое оружие? Ну, давай, полетим, установим и на этом. Всё. Берданский пригорел у меня чуть-чуть, конечно, с этого момента. Пиздец, конечно. Я думал, этот персонаж, который... Блять, сопротивление, революцию делает там какое-то. Он должен подольше пожить. Тут он так быстро отлетел. Мы что, пол игры, хотите сказать, прошли? Или что? Какое там новое вооружение? Лазер? Боевой луч? Нихуя себе, это что такое? Для стрельбы лазерное оружие необходимо огромное количество. А ну-ка нахуй, я хочу посмотреть. А ну-ка. Да. Ну-ка, пойдем посмотрим, что это такое, и закончим. И продолжим уже, ребятки, потом. Потому что... Да. Бля, выглядит интересно. Так, все. Мы полетим на Марок в следующий раз. Теперь всем пока. Берегите себя и своих вот этих вот безумных пилотов всех. Все, всем спасибо. До next time.